Ну, Жен. Ух, Витя, так. Че там такое? А как надо очковать? Че там такое? А вам этого не хватает, того, что там туман? Да? То есть туман для вас ничто. Так. Сперва сюда. А что-то не слышно звука-то. Щелкунов, не слышно. Присоединяйся к игровому сообществу PP-Link. Можем его вечером с собой взять, показать, что там. Что показать? Кому вы показать, что хотите? Мне что-то показать? Не устраивает качество картинки. Не, мне тут... на YouTube Петрова. Мне тут а вы... вот здесь как тебе линк. Кстати, вы меня здесь можете, знаете, что только показать? Где тут этот лежит? Контейнер. Где лежит контейнер здесь? Бонусный кейс. Так, ладно, в тело. Тело 4. Оповещение и расписание стримов в Telegram-линк. Таня, там кто-то спросил, почему ты очкуешь, ему и покажем. А? Не, если бы не туман бы, если бы не туман, можно... то мне как бы было вообще пофигу. Серьезно, вот если бы не туман, мне бы было бы по барабану вообще. Так, все, вроде здесь у нас эти закончились. Блять, тут еще эти манекены стоят. Рыба способствует развитию коры головного мозга, поэтому дуракам надо иногда давать леща. Тут можно, блять. Так, эти до сюда не достанут. Маним. Thank you.
О. Чё, всё? Перехотел? А чё ты так? Разве тут не весело? Разве тут не весело совсем? Добро пожаловать на канал. Располагайся поудобней, наливай кофеёк, влупи лайк и подпишись по-братски. Все дело в тумане, ты прав. Лесник. Еще должен один лесник быть. Так, нету тут больше под ногами этих тварей. Так, те далеко. Так. Тут, кстати, можно... А, нет, здесь нельзя. А на вот этом доме можно шкериться. И сейчас вот здесь домик у нас будет. Мне вообще похеру. Хоть королева, хоть король. Я всех пизжу. Я не разбираюсь а тут. Мальчик-девочка, я каждого херачу. Да, вот этих сейчас зовем сюда. Насчет королевы не знаю. Насчет королевы леса не знаю. Но вот лесник есть. Насчет королевки, ребята, не подскажу. Не встречался с ней. Все, остальные идти не хотят уже. Все, остальные ждут в засаде. А, они, походу, опять там в том доме сидят. Понятно, в том доме сидят. Так, ну что, тогда мы, Витя, берем с это... Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Доброго вечера, Андреич. В общем, добра тебе, короче. Так, режим автомат. А, есть, пришли, говножуи. Пришли. Чё ты там, хренотень? Хреновая. Так, давай меняйся. Нам обязательно надо с фуловым магазом идти. Нельзя с фуфловым идти магазом. Так, все, ближайшие пришли. Ближайшие пришли, ребята. Теперь сам... Пандян, приветствую на канале. Спасибо за фоллоу, приятного просмотра. Не нужно. Нужно, можно, но... здесь ты не за этим. Ну, по крайней мере, я здесь не за этим, ребят. Я не за тем, чтобы резать. Ой, блядь.
Подожди, я, по-моему, пробежал дорожку. Там же прям рядом должна была дорожка быть сейчас. Бля, я, по-моему, пробежал дорожку. Тут же за домом прям сразу дорожка должна быть. Стой. Бляха-муха, прикинь. Ну вот же она сюда и... А, вот она, казарма-то, ёптыть, угловая. Сейчас мы этого... они как бы не Судара убивают. Не Судара. Они просто, когда тебя... Они от тебя не отходят просто, они тебя добивают. Я сегодня на паре не промазал. Чё? Я сегодня напарнику кувалдой по руке промазал, он тоже орал. А? Ну да, но я заряжаю магазин, чтобы была у нас это. Ага. Ну тут бары тут вот только попадаются. Этот шум сирены получается на весь остров, да? Не на весь, но ближайшие слышат. Может и на весь, я не проверял.
справа казарма, там через окно норм их пулять. Да, запись-то есть, чё. Блять. А, вот он, этот хер.